Пенсионный фонд использует новые технологии. Теперь получить консультацию специалиста пенсионного фонда можно, не выходя из дома, с помощью интернета. Теперь не обязательно приходить на прием в отделение пенсионного фонда, чтобы узнать ответ на волнующий вопрос. Достаточно иметь доступ в интернет, чтобы воспользоваться онлайн-консультацией с помощью Скайпа. Пользоваться программой нетрудно. Нужно установить программу Skype, подключить микрофон, наушники и веб-камеру. Найти пользователя под именем OPFR-видеоприем-015. Связаться со специалистом можно и не добавляя адрес в список своих контактов. Новая услуга весьма удобна. Не выходя из дома, можно узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета, о том, как получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и многое другое. Получить виртуальную консультацию можно ежедневно по будням с часу дня до 4. Это могут сделать жители любого, даже самого отдаленного от столицы населенного пункта.